Ну что ж, еще раз здравствуйте сегодня. Вы на канале Творческая Мануфактура Ольги, меня зовут Ольга. Снимаемся вот на таком интересном фоне, но как есть. Еще одно сегодня представление. Костюм, двойка, да, футболочка. Футболка укороченная. Здесь, кстати, регулировка пояса сделана тоже на другую фигуру, но вполне возможно, что именно этот костюм останется мне. Вот. Это брюки, юбка-брюки. Оказывается, действительно прикольная вещь. На обувь не обращаем внимания, потому что я поняла, что если я сегодня сейчас это не сделаю, значит, я не сделаю. Так, сзади. Образом. Значит, что могу сказать? Что-то я, да, как-то задрала брюченцы, но неважно. У меня получается складки идут по переду, да, на передней полочке. Есть складка, встречные складки по горловине сзади. Хорошая свобода облегания, то есть такая одна прямо. Вот, цвет на самом деле не такой розовый, но тем не менее, ну, он как бы более припыленный, более нежный, более ласковый, но никак не передается. Ну, так что вот так, вот такой костюм у меня теперь есть. Может, либо не у меня. Ну, в общем, сшила.